Сегодня в актовом зале нашего университета компетентное жюри выберет самую умную, самую красивую девушку нашего университета. Красоты подразумевает под собой очень много всего. Что было самым сложным в подготовке? Я скажу так. Сложнее всего было просто прийти. Все остальное, да, это труд, это усилие, целеустремленность. Но для меня лично было очень страшно прийти просто на сам конкурс. Почему? Почему больше волнения? Вот от того, что придется выйти на сцену, или от того, что ты боишься, что-то не получится? Ну, наверное, скорее я боюсь, что что-то не получится, потому что никогда не знаешь, что может произойти, поэтому это волнительно, конечно. Что в девушке важнее, красота внутренняя или внешняя? Да, человека встречают по одежке, но в дальнейшем общении с человеком можно изменить свое мнение. Кого из девочек-участниц сегодняшних вы знаете лично и за кого вы будете болеть? За Инну Колубову. Все болеете за Инну Колубову, голосуйте за нее. У нее самый клевый номер, самая харизматичная, веселая, красивая девушка. Внешность полностью должна соответствовать внутреннему миру. Ну, на что ты первое обращаешь внимание? На то, как она говорит, или на то, как она выглядит? На то, как она улыбается. Что в девушке важнее, внутренняя красота, либо внешняя? Гармония. Ну, вообще хорошо, когда это все сочетается, и внутренняя, и внешняя красота. Цветы на вас? Я думаю, это лилии. А почему именно лилии выбраны на ваших костюмах в первом номере? Я понимаю. Потому что это цветы жизни и радости, я думаю. Все костюмы, которые будут представлены на нас, в основном мы шили сами. Мы шили сами, и это тоже для меня лично большой подвиг, потому что я не особо владею этим мастерством. Какой она должна быть мисс ВГМУ? Мы узнаем в четверг. Это все секретики. Ну, какие-то черты характера у нее должны быть? Она должна быть умной, харизматичной, красивой, уверенной в себе, несущей свет, улыбку людям. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.